Хочу напомнить, что сегодня наше служение. Искам още веднъж да ви напомня, че днес нашето служение посвящено памяти великого евангелиста Рейнхарда Бонке. Е посветено на великият евангелизатор Рейнхард Бонке, который вчера ушел к небесному Отцу. Който вчера не напусна. Тема моей проповеди сегодня — точка невозврата. Темата на днешната проповед е невъзвратимата точка, безвъзвратно. Я хочу открыть первое место, которое написано в книге Откровения. Да отгърнем на Откровение. Вторая глава. Втора глава. С 18 по 29 стихи. От 18 стих до 29. Это послание Иисуса Христа к ангелу Фиатирской церкви. Това е послание една от църквите. Ну, мы на проекторе можем читать перевод на български язык, я буду читать на русском языке. Ние имаме вече на екраните българският превод, така че за българските зрители. И я прочитаю. И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкилавану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть им испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских. Давайте я запомню вот этот стих. Так называемых глубин сатанинских. Что это такое, сатанинские глубины? Сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Аминь. Я немножко начну как бы предисловие. А что ты започнул с одно предисловие? Предисловие заключается в том, что есть такое понятие в науке, как точка невозврата. Има в науката, что ты започнул одно предисловие, которое в науката има один такой момент, точка на... Невозврата, невозвратима точка. Да, необратимость, необратима, необратима точка. Это понятие, оно чаще всего используется в навигации. Това понятие много често се използва в навигацията. Например, самолет летит на какое-то расстояние от континента к другому континенту. Например, один самолет летит на някакво расстояние от континент до континент. И бортпроводник, он по компьютеру определяет. И този, който е на борда, по компьютеру определя. То есть до определенного момента можно еще долететь и вернуться назад, обратно на континент. Да, може да долети и в същото време да се върне обратно. Ну, если обнаружилась какая-то поломка, неполадка в самолете. Но ако има някаква повреда, нещо, да, техническа повреда. Да, тогда можно вернуться назад. Тогава може да се върне назад. Но если самолет долетает до определенной точки, где обратно уже вернуться невозможно. Но ако се случи така, че самолета отиде до определената точка, но обратно вече не може да се върне. Почему? Защо не може да се върне? Потому что самолету просто не хватит топлива обратно. Защо? Защото просто на самолета няма да му стигне горивото. То вот эта точка, она называется точка невозврата. Ето именно тази точка се казва безвъзвратна. Вот об этом сегодня... Невозвратна. Да, невозвратна точка, да. Об этом сегодня... Тема моей короткой проповеди, я постараюсь точно сегодня... Точно за този момент, за тази точка е темата на моята проповед. И я сегодня прочитал из книги Откровения 2 глава. Ето днес вече прочетахме от Откровения 2 глава. И там мы прочитали, что так называемые глубины сатанинские. И там чухме за тази сатанинска дълбочина. Что это за понятие такое, сатанинские глубины? Какво е това понятие сатанинска дълбочина? Библия нам четко об этом не говорит.
Разбира се, че нямаме ясно открояване в Библията. Но если читать в контексте эту главу, но ако се взрем в текст, в контекста на тази глава, то эта глава говорит о какой-то Изавели, царице Изавели. В тази глава се говори едно име – Изавел. И мы прекрасно знаем, что это имя, оно упоминается в Ветхом Завете. Ние знаем прекрасно всички с вас, че това име се споменава в Стария Завет. Там речь идет о определенной жене, которая очень хорошо научилась манипулировать своим царем, своим мужем. Там много добре разбираме, че става въпрос за една жена, която умее да манипулира. И она занималась оккультизмом, магией. Тя се занимавала с това, с манипулация и съответно с оккултизм. На нее трудилось сотни лжепророков, магов, и, да, чародеев. И тя разполагала с много лжепророци. Заблудение, лжепророци. Да, и она заполнила этой магией все государство. Да, тя се служила с тези магии, така на държавно ниво. И мы помним, что против этой жены Изавель восстал пророк Илия. Ние много добре знаем от Библията, че срещу нея как съпротиви се един от големите пророци, пророк Илия. И възникло очень жестко противостояние. И какво стана? Голям конфликт, такъв силен конфликт между тях. Где пророк Илия уничтожает более 400 пророк, лжепророков. Да, ние видяхме, че Илия унищожи много пророци. 400 лжепророков. 400 лъжливи пророци, помним там, клането. И какой конец был жены Изавели? И какъв беше края на жената Изавел? Несмотря на то, что Бог проговаривал к ней, она не захотела покаяться. Макар че Господ и говорише, тя не пожела да се покае. И она была сброшена с замка, разбилась. И какво се спомним, че тя беше хвърлена от замъка? Разбилась насмерть. Разби се долу на земята. И была съедена собаками. И беше изядена от кучетата. Как ей было предупреждение. Така, както беше предупредена. Вот это и есть точка невозврата. То есть, я поясняю. Ето това е този момент, за който говорим. Точка, която не може, безвъзвратна. Это можно назвать сатанинской глубиной. Ето това именно можем да наречем сатанинская дълбочина. Потому что Изавель так погрузилась в этот оккультизм, что она просто уже не смогла вернуться назад. Защото тя беше, Изавель беше така вовлечена в този оккультизм, че назад нямаше връщане. То есть она превзошла точку невозвращения. Да, даже тя премина тази точка, от която не можеш да се върнеш. Последний раз, когда мы ездили в Казахстан, в наш город, в Караганда, последния път, когато пътувахме до Казахстан, в нашия роден град Караганда, и мы встречались там с другими пасторами, и там се срещнахме с други пастори, и один пастор, он рассказывал, что в центре реабилитации для наркозависимых одна женщина заболела раком. И там в това служение за наркозависими разказваха за една жена, която е заболяла от рак. И в этом центре очень сильная, мощная молитвенная группа. И там се очертала много силна, мощна молитвена група. И эта молитвена група молилась, и люди получали, если чем-то заболевали, то люди получали там реальное исцеление. И се случваше така, че когато те се молиха, някои от хората се изцеляваха. Уже сотни людей через этот центр реабилитации получили освобождение от наркотиков. Там стотици хора се освобождаваха именно чрез молитвата на тази група. И какое чудо Бог там являл. Какое чудо Бог там совершал? И там много чудеса вършеше Господ чрез тях. Люди поступали, ребята поступали туда с гангренозными такими поражениями ног, конечностей, гангрена. Да, там поступаха приятелчета, момчета, които бяха гангренозни, имаха гангрена на краката. Да, их буквально собирали из таких теплотрасс, таких самых клачных мест, грязных мест. Собирали наркоманов, наркозависимых. Да, и тези хора бяха събирани, наркоманите в случая, от много такива мръсни места, замърсени места. И так как ребята были запущены, то есть они там лежали неизвестно какое время.
И се досещаме, че когато си в такава една обстановка мръсна, нали, разпуснати, запуснати буквално. На их руках и ногах были трофические язвы. И даже не само по краката, но и по ръцете имаха подобни язви. А эти язвы, они гноились. И тези язви, такива рани, бяха буквално гноясали. Молитвенная группа молилась за этих ребят. И молитвената група съответно се молише върху тези момчета. И эти ребята получали исцеление. И тези момчета получаваха исцеление. Невероятное исцеление. Невероятно исцеление. И это было очень много исцелений. Така че много исцеление имаше. В этом центре реабилитации молодые парни знакомились с молодыми девушками, заключали союз, брак, женились, выходили замуж. И се получи така, че тези момчета, като оздравяваха се, запознаваха с момичетата в този център и помежду си се жениха. Узаконили свои взаимоотношения. Узаконяваха своите взаимоотношения така, както трябва. Получали благословение от церкви. Получаваха благословенията съответно на църквата. И шли на медицинские исследования, обследования. И все наложи да минат през тези медицинские исследования. И когда доктора узнавали, что это бывшие наркозависимые, и когато лекарите разбираха, че това са бивши наркомани, которые годами кололись, които буквално с години са се боцкали, и они говорили им, и что вы хотите иметь детей? И тогава се очудвани питали, какво? Вы искате да имате деца? Вам нельзя рожать. На вас, но това не може, вы не трябва да раждате. Вы будете рожать уродов. Ако родите, ще родите изроди. Да, это будут просто аномальные дети, больные, нездоровые, которые будут просто умирать у вас. Да, ще бъдат болни, ще бъдат недъгави, и това е положението. Но церковь молилась. Но църквата се молеше. И эти молодые люди начинали рожать. И съответно младите хора не се съгласяват с това, което им казват, но те започват да раждат деца. Абсолютно здорових детей. И децата бяха абсолютно здрави. В этом центре есть очень хороший наш знакомый болгарин. Да, в този център работеше един наш много добър познат и, между прочим, той беше българин. Михаил Захаров, я могу даже назвать его имя. Неговото име беше Михаил Захаров. Он женился на бывшей наркоманке. Той именно се ожени на една жена, която беше бивша наркоманка. И сам он бивши наркоман. И той сам бивши наркоман. И они родили 5 детей. И те родиха 5 деца. Абсолютно здоровых 5 детей. Абсолютно здрави. И эти дети сейчас просто радуют своих родителей. И тези деца сега в момента радват много своите родители. Слава Богу! Какво да кажем? Слава Богу! Ну вот заболела одна сестра в центре. Но в центре одна сестра се разболяла. Как я уже сказал, онкология была. Да, как то казах ми от, да, рак, онкологичное заболевание. В этом центре практикуются иные языки, дар истолкования иных языков, слово знания, пророчество. В този център са практикували дарбите на духа и особено откровения, нали? Чрез небесните езици, ангелските езици, но още имало и тълкование. Очень много молитв было совершено за эту сестру. Много молитви са били приложени, свършени върху тази сестра. Но исцеление она почему-то не получала. Но интересно, защо не се получавало исцеление. И она уже была на грани смерти. И тя вече на границата на своята смърт. Я хочу сказать, сестра, которая покаялась. Но трябва да допълня, че тази сестра се е покаяла. И слава Богу, что она покаялась. И слава Богу, че се е покаяла. У нее был страшный грех, от которого она не хотела отказываться. У нее был страшный грех, от которого она не хотела отказываться. Тя е практикувала, имала е грех, който е твърде голям, и от този грех тя не искала да се откаже. И этот грех был связан с оккультизмом. И този грях е бил свързан с окултизъм. И когда молились с истолкованием, братья получили слово знание. И когато са се молили, и когато на чужди езици са се молили, братята са получили следното тълкование. К сожалению, она зашла слишком далеко.
И толкованието е било, че тя прекалено много е отишла далеч, далеч е отишла. Она зашла за точку невозвращения. Да, както нашата тема. Тя е отишла за тази точка, от която няма вече връщане назад. Слава Богу, что сестра покаялась, но она так и умерла от онкологии. Слава Богу за това, че тази сестра беше покаяна, но така и не оздравя от тежката болест, онкологична. Но сегодня хочу также сказать и закончить чем-то хорошим. Но днес искам да завърша с нещо хубаво. Я хочу открыть книгу Откровения, 3 глава. Сега ще отгърнем на Откровение, книгата Откровение, 3 глава. И в 3 главе 7 стиха по 13. От 7 стих до 13. Я хотел бы также прочитать послание Иисуса Христа Филадельфийской церкви. Мы можем на проекторе читать на болгарском языке. Я начинаю. Имаме на экране болгарский перевод. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду, скоро держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего. Давайте мы запомним сегодня этот стих. Сделаю Хайде столпом. Хайде да запомним този стих сега. 12 стих. 3 глава книга Откровения. 3 глава, 12 стих. Нека да го запомним. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже, что? Не выйдет вон. Няма да излезе отвън. Точка невозвращения. Ето точката, която на невъзвръщането. Не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое, имеющее ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу. Аминь. И вот я сегодня, знаете, я хотел бы закончить хорошим примером. Ето днес искам да завърша с този хубав пример. Точка невозврата, она работает как в негативном, так и в позитивном, положительном смысле. Тази точка, която ние днес разглеждаме, тя може да бъде и в позитивен, и в негативен смисъл. Можно глубоко зайти не только в сатанинские глубины. Да, може не само в сатанинската дълбочина да се насочиш. Можно глубоко зайти также и в Божьи истины. Но можеш да отидеш също така в дълбоката истина. Самую большую глубину, которая дает нам любовь Христова. Коя е най-голямата дълбочина? Ами Христовата любовь. Написано, что мы познали глубину Христовой любви, которая глубока, высока, широка. Да, как знаем ние? Знаем, че Христовата любовь, тя е голяма, висока, дълбока, широка. И вы знаете, вот Иерусалимский храм, Иерусалимская церковь, Первая апостольская церковь, она была поставлена на так называемых трех столпах. А знаете ли, Иерусалимская церковь была построена така, че се намирала на три столба. Какие эти столпы? Какви са тези столбове? Эти столпы – это люди. Ами тези трите столба са хората. Эти столпы – это ученики Иисуса Христа. Эти столпы? Да, тези столбове са учениците на Иисус Христос. Кто помнит, как этих столпов звали? Помни ли някой от вас как се наричаха тези стълбове? Это Петър. Това е Петър. Яков. И кто еще? Иоанн. И третий столб – это Иоанн. Столб – это что-то очень фундаментальное, это то, что невозможно. На нем стоит здание. Хайде да видим сега, какво е това стълб? Ами това е нещо много така стабилно, като фундамент. На него се крепи цялото здание. Вот я верю, значит, вот после Трездеса, с которым мы вернулись, там... Аз помня на това, което бяхме на Трездес, и когато се върнахме оттам... Там прозвучала мысль, что в каждой церкви должны быть свои столпы. Че във всяка църква трябва да има своите стълбове.
Я вот в это верю, в то, что... Аз вярвам в това. Что в группе прославления должен быть хотя бы один столб. Например, в прославлении, в хвалении тут трябва да има поне один столб. А лучше два. По-добре да бъдат два. А еще лучше три столпа, правда? Още по-добре, ако бъдат и три. Ну, какие-то основательные такие служители, которые, ну вот мы знаем, что они посвящены, что они вот посвящены своему служению нашему Господу. Да бъдат такива едни фундаментални, едни яки служители, които са посвятени и не са, не са, те са непоклатими. Что в нашей молитвенной группе должен быть столб. В нашей молитвенной группе трябва да имаме такъв столб. Ну, мы понимаем, что Александра недавно только родила, да, и ей сейчас сложновато быть столпом. Вече разбираме, че Александра, нашата сестра, която вече роди малко, е трудно да бъде такъв стълб, но... Ну, мы же готовы поддержать ее руки, да? Да, но ние сме готови да й придържаме ръцете. Я верю в то, что в нашей церкви должно быть как минимум три столпа. И аз смятам и съм уверен, че в нашата църква трябва да има не, не по-малко от три стълба. Это могут быть братья, это могут быть сестры. Това могат да бъдат и братя, и сестри. На которых очень прочно стоит здание по местной церкви на скала. На когото много силно, крепко стои зданието върху тях. И сегодня это служение на кому посвящено? Оно посвящено Рейнхарду Бонке. Да. И това служение днес, казахме, че го посвятихме на нашият известен евангелизатор Рейнхард Бонке. Я могу смело назвать его столпом. Аз смело мога да кажа, че той е един стълб. Это мощный столб Божьей славы. Това е мощният стълб на Божията слава. Вот такой столб, который Бог установил на африканском континенте. Това е един такъв силен стълб, който Бог го е установил, забил го е там на африканската земя. И вокруг этого столпа еще несколько столпов образовалось. И покрай този стълб още няколко такива са се образували. Но явно, что Рейнхард Бонке был центральным столпом. Но явно е, че Бонке е бил централният, най-силният. И слава Богу за таких служителей. И слава Богу за такива служители. Итак, о чем я сегодня? И така, какво днес искам? Какую точку невозврата мы сегодня изберем? До каквато и точка, от която не можем да се върнем, да изберем? Или мы будем упражняться в каких-то глупостях, да, ну, которые этим мир увлекается, там, оккультизмом, да, грехом. И ако тръгнем по тези глупави пътища, от които света се увлича като оккултизъм и други такива подобни практики. Или мы будем погружаться в истины Божии, в истины глубины Божии. По-добре, аз съм уверен, че ние ще тръгнем в Божията дълбочина, на там ще се запътим. Особенно, если Библия нам обещает, что в определенный момент наступит точка невозврата. Да, защото знаем, че ще дойде момент в точката, в която няма да можем да се върнем, което всъщност е добро. Да, и ты можешь стать столпом. И ти можеш да станеш стълб. Столпом прославления в церкви. Стълб за прославяне, за хваление в църквата. Столпом молитвенного служения. Да, стълб в молитвеното служение. Столпом общения в церкви. Стълб за общението в църквата. Того или другого служения. Това или онова служение. Мы получили такое видение о том, что трездец здесь в Болгарии проводить. Когато бяхме на това тридневно служение, което преди малко споменахме, когато се върнахме, ние получихме откровение проводить трездеца конференции. Да, откровение в Болгарии. България. Чтобы здесь реально установить столб для трездеца, нужен человек. Да, служители. За да се установи, ние получихме такова откровение. За да се получи един такъв стълб, да се забие един такъв стълб. Очень мощное служение. И ще има такъв стълб с много мощно служение. Излияние Божьей любви. Да, който е излят от Божията любов. Приведу просто един пример, только через трездец в Южной Корее. След това тридневно там служение в Корея, трездец, на протяжении, вот, может быть, последних двух лет, последние две години, открылось 23 церкви для русскоговорящих. Там се отвориха 23 църкви за русскоговорящи на корейском, да, ну, земя. Русскоговорящие корейцы, да, в основном, конечно. И я верю в то, что это служение, оно и в Болгарии будет иметь успех. Аз съм уверен, че това служение ще започне да има успех и в България. Но Богу нужны столпы.
Но на Бог му требуват стълбове. Богу нужно, чтобы кто-то осмелился превзойти точку невозврата. На Бог му требуват хора, които да имат смелостта, куража буквално, да отидат до тази точка и да не могат да се върнат обратно. И посвятил себя. И да посвяти себе си, посвящение. Давайте склоним наши сердца. Хайде сега да преклоним нашите сърца. Спасибо тебе, дорогой Небесный Отец. Благодаря ти, Небесный Татко. Господь, мы все когда-то были во власти греха. Господи, знаем, чем преди сме били во власти на греха. Някога. И погружались в какие-то сатанинские глубины, возможно. И се товарихме с тези дълбочини в сатанинските дела. Слава Богу, что у тебя очень много благодати. Благодаря ти за това, за твоята благодат, за голямата ти благодат. И силы Святого Духа. И силата на Святия ти Дух. Чтобы вырывать нас из самых глубоких глубин. За да не изтръгнеш от най-дълбоките дълбочини. И самого ада вырвать нас. И да не изтръгнеш буквално от ада. Ну дай нам теперь погружаться в глубины Божьей славы. Но сега не дай возможность да си потопим в другата дълбочина на истината. Помоги мне, Господь, прямо сейчас посвятить свое сердце. Помогни ни сега точно в момента да посвятим своите сърца. Свою жизнь. Своя живот. Твоя Божья благодать. И с Твоята Божья благодать. Чтобы делать что-то на этой земле хорошее. За да правим на тази земя хубавите, добрите дела. Дела веры. И това са делата на вярата. Дела, которые в Господе соделаны. Дела, които са от Господа. Это проповедует лето Господне благоприятное. Защото сега проповядваме годината на благоприятната година. Исцелять больных. Да исцеляваме болни. Давать слепым зрение. Да даваме зрение на слепите. Давать глухим слух. Да даваме слух на глухите. Отпустить измученных на свободу. И да пуснем на свобода угнетените. Это есть дела, которые в Господе соделаны. Это това са делата, които прави Господ. Это дела, которые вытекают из нашей живой веры. Это това е делата, които изтичат от нас, от живата ни вяра. Эти дела говорят о том, что я являюсь живым христианином. Это това е, което показва, че ние сме живи християни. Дай мне укорениться в этом. Дай ни да се вкореним в това. Дай мне познать, что есть глубина, высота, ширина. Дай ни да разберем какво е това дълбочина, височина, ширина. Твоей Божьей любви во Христе Иисусе. В Твоя любим Иисус Христос. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарим Ти, Иисус. За то, что избрал меня. За това, че Ти си ме избрал лично. Я Твой. И аз съм Твой. И Ти мой Бог. И Ти си моят Бог. Мы молились на этом месте. Ние се молим на това място. Во имя нашего Господа Иисус Христа. В името на Господ Иисус Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Давайте мы воздадим Богу славу. Аллилуйя, слава нашему Господу. Сегодня у нас со свидетельством Александр Шарич. Олег Григорьевич, пожалуйста.